Министерство финансов США опубликовало рекомендации для криптовалютных стартапов. На сайте Бюро фискальной службы представители Министерства финансов опубликовали ряд вопросов для создателей блокчейн-проектов. Если ответ на несколько из них будет положительным, то следующий шаг может заключаться в поиске заинтересованных сторон. Министерство рекомендует создавать неоднородную команду и документировать весь процесс разработок, чтобы помочь выявить слабые места и возможности проекта. В команду лучше привлекать скептически настроенного к блокчейну участника и тех, кто не разбирается в технической стороне вопроса. Коллектив, состоящий только из блокчейн-энтузиастов, может быть ослеплен ажиотажем и создать то, что на самом деле никому не нужно.